Всем привет, ребят, с вами как всегда Заза, и сегодня покажу вам, как добыть еще один уникальный байк в GTA Liberty City Stories. И для этого давайте загрузим вот этот сейв. Что на этом сейве уже есть, спросите вы? Ну, во-первых, у меня пройдены 9 треков из Bumps and Greens из 10, но это под миссию на Санчезе в Портленде, а также у меня припаркована полицейская машина. Все это нам сегодня обязательно потребуется. Итак, что же за байк, спросите вы? А это не получающий урона от столкновений, огнеупорный, взрывоустойчивый, водоупорный байк Freeway с уникальным управлением, то есть улучшенным, а также с тяжелой физикой. То есть вы понимаете, насколько крутые свойства, да? В общем, первым делом берем именно полицейскую машину и делаем стандартнейший для всех уже дюб. Давайте пропустим время. Не, в принципе, дюк можно сделать на любой машине, но полицейская тачка вам в любом случае пригодится. Но, на мой взгляд, куда удобнее, когда она и заранее у вас уже есть. Собственно говоря, пропустим сейчас таймер. Нам нет смысла ждать, пока выйдет 2 минуты. И приступим к получению этого байка. Хочу сказать о том, что нашел его не я. Можно сказать даже, что нашли его два человека. Один как бы нашел первую часть бага, второй нашел именно как получить конкретный байк. И первым человеком уже известный вам Ван Хелло является. Ссылочка в описании. А вот второй человек, который именно добыл этот байк, это NoSkillX. Надеюсь, что я правильно читаю ники. Оба они, к сожалению, не русские. Ну или не к сожалению, не знаю. Снимают они так же, как и я, GTA Liberty City Stories. Там уникальный транспорт, ну еще какой-нибудь другой контент. Ну и Vice City Stories тоже есть. Если Ван Хелло снимает с мобильника в основном видео, то NoSkill так же, как и я, с PSP-эмулятор. Собственно говоря, вот эта подмиссия Bumps and Greens. Едем вот сюда. И ждем, пока на нашем таймере будет меньше минуты. То есть сейчас у меня минута 20. Опять же, давайте пропустим. И где-то вот 55 секунд выходим. И опять же ждем, пока таймер выйдет до конца. То есть вы видите то, что у нас появился еще и внизу один таймер, который нам говорит, типа, надо вернуться в машину, иначе миссия провалится. Ну, подмиссия Vigilant, естественно. Ссылочки на канал, кстати, будут, как всегда, в описании. Зайдите, ну, пролайкайте видео, посмотрите. Может, интересно что-нибудь найдете. Они так же, как и я, сейчас пытаются добыть как можно больше новых уникальных машин, которые не были никогда добыты ранее. Так, ждем, пока таймер выйдет. Садимся на байк, ждем 3 секунды, ну или сколько там осталось от Vigilante. Как видите, миссия провалена. Вот, у меня пройдены все треки, кроме последнего, это не так важно. Главное, что он открыт. Следующим шагом для нас является упасть с этого байка. Сейчас мы можем пользоваться только квадратиком, и я объясню почему. Падаю я обычно вот с вот этой дороги. Только не в дерево надо, естественно, врезаться. Так вот, упасть причем нужно на территории трека. Я не уверен, насколько как бы это важно, но если я падал где-то за территорией, то у меня баг не получался. У меня телепортировал обратно на байк. Если байк будет лежать на треке, то меня ни разу обратно не телепортировало, что очень даже хорошо. Как видите, если мы нажмем на крестик или на кружок, то мы либо запустим гонку, либо выйдем из нее. То же самое делает и треугольник. Он просто сбрасывает эту менюшку, и баг у нас, так сказать, пропадает. Поэтому вы можете использовать только квадрат. Ну и, соответственно, управление джойстиком там на стрелочке, это не так важно. Сейчас мы бежим на еще одну подмиссию, как раз таки там, где мы будем добывать фривей. Бежим недалеко отсюда, кстати, к пейнтспрею практически, чуть дальше. Вот в этот вот переулочек. И это подмиссия с фривеем как раз таки. Значит, что мы делаем здесь? Давайте я покажу, где находится это место, для тех, кто еще не знает. Сейчас, смотрите, нам придется нажать на треугольник. Но делать это надо очень аккуратно. Мы должны вначале зажать джойстик, ну, либо стрелочки, смотря на что у вас управление, влево или вправо. И только потом нажать на треугольник. Иначе наша менюшка пропадет. При этом желательно где-то 10-й трек, чтобы недалеко был. Чтобы потом листать не пришлось. Ну-ка. У меня получилось в первый раз. Отлично, выбираем 10-й трек. Видим катсцену, сразу нажимаем на крестик. Теперь нажимаем на кружочек. У вас появляется подмиссия Bumps and Greens. На кружочек нажимаем, и все, мы остаемся именно здесь. В других случаях вы могли телепортироваться обратно на байк. То есть, про что я и говорил, типа, если я беру и байк
оставляю где-то на дороге, то почему-то у меня телепортировало обратно на байк. Если же я оставлял его именно на трассе, то все получается хорошо. И вот наш фривей нас ждет с водителем. Ну, водителя можно просто сбить дубинкой или убить, или как еще угодно забрать фривей. И давайте теперь почекаем его свойства. Вы видите эту управляемость, она реально намного сильнее, чем намного лучше, скажем так, чем у обычных фривеев. Также тяжелая физика тоже видна на глаз. Ну, урон столкновения я вам показать, наверное, особо не смогу. Ну, то есть, в принципе, можете так толкать что угодно. Далее из свойств легко показать, наверное, здесь водоупорность. Главное не упасть с него. И, собственно говоря, пару свойств остались. Это огнеупорность, взрывоустойчивость, а также пуленепробиваемые колеса. Из того, что я еще вам не показал. Ну, для этого давайте куда-нибудь отъедем. Я вам продемонстрирую эти свойства. Собственно говоря, надо бы добрать какого-нибудь оружия, потому что мне нечем проверять. Собственно, напоминаю то, что молотовы — это проверка сразу и на огнеупорность, и на взрывоустойчивость. Ну, я думаю, видно, что все это работает, и пуленепробиваемые колеса — это проверяется при помощи снайперки. Ну, опять же, видно. Почему именно 10-й трек? На самом деле, возможно, работают и другие треки, но первый точно не работает. Но при многих треках как бы вылет игры, но в 10-м, вот для этой подмиссии, я уверен на 100%. То есть, откройте 10-й трек, это не так много времени займет, я сам это сделал перед этим роликом, и тогда вы 100% сможете получить этот фривей. Ну, либо если вам, как бы, есть возможность, если вы играете на эмуляторе, можете потестировать различные другие треки, потому что у вас есть сохранение. Обязательно потренируйтесь садиться на байк во время того, как у вас эта подмиссия активирована, да, то есть нажимать на треугольник, ну, либо на другую клавишу в тот момент, когда, типа, есть эта менюшка, потому что эта менюшка может легко пропасть, но мне повезло. Ну, в общем-то, спасибо всем за просмотр, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, не забудьте зайти на каналы двух человек, которые я указал в описании, именно благодаря ним мы нашли эту машину. Ну, а с вами был я, Заза, всем, ребят, удачи, всем пока, ждите новых роликов.